Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Realm Defense. Так, заходим в магазин. И что у нас тут? Кроме распродажи наборов ничего больше нету. Хотя, подожди, мы должны с тобой, да, получить два ключика. Конечно же. Слушай, ну это хорошо, это очень мне нравится. Так, что у нас еще здесь с тобой есть? Бонус. Бонус, давай заберем. Кстати, 100 гемов. Это я тебе скажу, очень даже хорошо. Смотри, в данный момент у меня 1460 бриллиантов. Насколько мы помним, первого героя, которого мы можем с тобой купить, он стоит 1500. И знаешь, что я тебе скажу? Я играл вчера вот за этого ниндзю. Мне он понравился, особенно его теневые призывы, очень прикольные. Ну, этого мы с тобой видели, да? Он бросает топор на голову. А какие тут еще есть? Слушай, ну маг тоже неплох, согласись. Да и Фрост. Блин, ну Фрост стоит 3000. Ах, ребятушки, слушайте, давайте, пока мы с вами копим, если я в этой серии не успею накопить 1500 гемов, вы мне посоветуете, кого взять. Я больше уверен, что кто-то играл из вас в эту игру и шарит в ней. И разбирается, наверное, лучше, чем я. Так что, как говорится, чтобы я не сделал лишних ошибок, просто напиши мне. Ну, а если я сегодня накоплю 1500, тогда я уже на свой страх и риск кого-нибудь да выберу. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, с тобой сходим. Ага. Так, играй каждый день и... Так. Играй каждый день новую карту с прокачанным героем. Победи и получи достойную награду. А почему бы и нет? М? Почему бы нам с тобой здесь и не поиграть? Если герой у нас прокачанный, соответственно, мы можем здесь играть на ускорении. И это у нас маг. И это у нас маг. Значит, дорожка всего лишь одна, которую мы с тобой должны защищать. Так, скелеты, слизни. Я, наверное, вот здесь вот поставлю бомбарду. Ракеты. Так, а вот здесь вот по краям я, наверное, поставлю солдатиков. Так, секунду, и вот здесь тоже надо будет поставить. Вот таким вот образом. Так, все, ребят, первая волна пошла. А мага мы с тобой поставим вот сюда, посередочке. Так, это у нас маг молний. Ты видишь, да, он шмаляет молниями. И это круто. А мы с тобой пока будем потихонечку прокачивать наших маленьких героев. Так, давай-ка мы, наверное, тут защиту. Слушай, надо массовую атаку прокачать обязательно. Что скажешь? 300 монет она стоит. Да, я думаю, надо прокачать. Погоди секунду. Немножко убрал громкость. Мне почему-то в последнее время кажется, что слишком все как-то громко звучит. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, слух обострился. Так, ладно, давай здесь с тобой прокачаем мечников. Да этих, по идее, тоже как бы надо прокачивать. Так, ускоряемся. Сколько волн? 6 будет, да? Так, мы переходим с собой на вторую волну. Давай-ка мы, наверное, здесь продолжим прокачивать наших рыцарей. Дальше что? Дальше будем, наверное, мага. Да, лучше всего мы будем иметь дела с магом. Так, 135 нужно энергии. Слушай, ну с прокачанным персонажем, конечно же, классно играть. Потому что, ну, ты сам видишь, он довольно лихо тут всех уничтожает. Окей. Так, ну этого, я боюсь, ребят, недостаточно, наверное, будет. Или достаточно? Вторая волна. Слушай, ну вот я вчера играл, например, да? На ранге. Я тебе скажу следующее. Без проблем я прошел здесь. Даже особо не заморачивался. Давай вызываем следующую волну. А вот то, что мы с тобой можем награду получить, а в ней могут быть гемы, вот это будет круто. Так, лучника тоже прокачаю, наверное. Соточку, давай мне соточку. Вот. Просто побоище какое-то тут происходит. Давай, наверное, еще одну бомбарду с тобой прокачаем здесь. Так, а быстрее не сделай, да? Быстрее, к сожалению, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, не надо, слизни.
твою налево. Я уже было пужанулся, думал, надо будет врубать молнию. Но обошлось, слава богу. Такие шутки, честно говоря, мне не очень нравятся. Призываем следующую волну. Все-таки надо, наверное, здесь поставить еще мечников, потому что могут пробежать. Мы можем даже не увидеть этого момента. Отвлечься куда-нибудь, и все, и враг пройдет. Нам это нужно? Конечно, нет. Так, давай рыцарей наших будем улучшать. Так, здесь у нас прокачано полностью. Соточка, да, надо? Ну, вот совсем другое дело. Рыцари как рыцари. Волна у нас четвертая. Совсем немножечко нам нужно повоевать. Так, 200 монет. Улучшаем наших лучников. Слушай, а что дает нам этот дозорный? Увеличивает радиус данной башни, а также всех башен. То есть наши все остальные башни, как видишь, да, подсвеченные, увеличивают радиус обстрела, урона и так далее, да? Поехали. Слушай, что-то четвертая волна какая-то долгая, тебе не кажется? Давай вызывай следующую. О, пошли фиолетовые слизни. Из этих слизней получается желтые слизни. А нам по барабану, да? Просто расколбас полнейший идет. Так, можем... Ну, давай прокачаем нашу магичку и лучников. Слушай, насколько я помню, ребята, тут должны быть другие башни. Еще появиться в скором времени. Потому что вот этими всеми башнями, которые в данный момент у нас есть, мы далеко не уйдем. Так, давай-ка мы здесь рыцарей прокачаем. Это пятая волна, да, уже идет? Вот прикольно, что здесь есть ускорение. А в той игре, которая называется King Defense, у нас нету такого ускорения. Или я путаю? Нет, по-моему, там тоже есть. По-моему, там тоже есть. В какой-то игре нету ускорения. И там так все медленно происходит. Аж иногда бесит. Ну что, последняя волна, друзья мои. Ну вот смотри, вот сейчас в данный момент мы играем за мага. Как думаешь, хорош маг? Или все-таки лучше брать того чувака, который у нас бросает топоры на голову, и этот топор еще отскакивает. Отскакивает с головы на голову. Да, вот я тоже не знаю, что лучше взять. Так, ну. Но третий герой мне очень нужен, друзья мои. Третий герой просто необходим. Давай прокачивать. Так, сколько там еще врагов, я не знаю, ребята. Воу-воу-воу-воу. Офигеть, да? Все так быстро происходит. Так, замедление повесили. Мой герой упал? Вау. Это как? Так, замедляем. Это как такое может быть? Я не понял юмора. Эй. Ну. Фу. Ты прикинь. Чуть были не сфейлились. Ребята, 40 гемов. Этого мне хватает для того, чтобы купить себе героя или нет? По-моему, 50 нужно было. Или 40 все-таки. Сейчас мы посмотрим с тобой. Ну давай, давай, хорош уже тут грузить меня. Да, друзья мои, это свершилось. Все-таки я... накопил 1500 гемов. А это говорит о том, что я покупаю героя. Слушай, я, наверное, думаю, мы возьмем с тобой вот этого вот. Это у нас взрыв. Так, у него подбросить свинью. Так, прыгающий топор. Бросок топора. Подожди, а может быть нам взять Масамуна? По защите он, конечно, не очень силен, но зато по атаке. Подожди-ка. Слушай-ка, ну вот этот вот. А вот это что такое, ребята? Вот что это? Удержание. У этого удержания нету вообще никакого. Ух ты, а у этого офигеть какое удержание. Но зато атака и защита так себе. А, тут еще есть у нас вот кто. Дальний призыв. Так, призыв кроликов. Капкан. Мама-крольчиха. И кролики-подрывники. Блин. Блин, ребят, я не знаю, кого взять. Блин. Телепорт, острый меч, клоны тени.
и прикончи их. Вот незадача, да? Вот незадача. Погоди-ка секунду, а чтобы здесь кто нам нужен? Ага. Либо его, либо ее, да? Разблокировать нужно, чтобы войти в эти поля сражения. Так. Это, конечно, все зам... А вот здесь у нас что? Так, находите ключи на протяжении всей кампании, чтобы разблокировать 7 сюжетных уровней. Спасите Коню от столкновения со злым рыцарем смерти Нивиком и откройте ее истинную силу. То есть, подожди, мы с тобой получим 1500 и сможем купить персонажа, да? Слушай, тогда мы не будем с тобой покупать вот этого вот, да? Кони, потому что мы ее получим все равно, мне кажется. Я, наверное, все-таки возьму... Твою же налево. Ребята, я возьму, наверное, все-таки Хогана. Хогана я возьму. Отлично, друзья мои. Мгновенно повысить уровень. Давай. Второй уровень, да, он получает? Второй. Чтобы следующий, нужно 54 эликсира. Так, ну что, друзья мои, тогда мы делаем с вами проще. У нас с вами последний, походу, здесь этап, 19-й. Я возьму Хогана. Блин, второго уровня всего лишь. Все, что у нас с тобой есть, усилитель, оставляем и запускаем бой. Готовимся. Тут будет, по-моему, босс у нас, да? Так, убейте разбойника и защититесь любой ценой. Так, подожди, какие... А где дорожка, которую мы должны защищать? Ага, понял. Вот они, две дорожки у нас, вверху и внизу. Блин, прикольно. Так, слушай, подожди-ка, ты, наверное, пойдешь сюда? Ланселот встанет сюда. Они ведь пойдут по всем фронтам, наверное. Я думаю, что сюда, наверное, стоит поставить бомбарду. Блин. Даже, честно говоря, немножко не знаю, что сделать-то. Так, наверняка здесь... Может быть, давай, наверное, так сделаем. Вот так. Два лучника. Ой, два мага будет. 100% тут, наверное, кто-нибудь из мощных пойдет. Так, два лучника. А вот сюда поставим по бомбарде. Так, надо ее, наверное, немножко улучшить. Ну что, посмотрим, друзья мои, кто здесь у нас пойдет. Так, пауки. Так, давай-ка мы, наверное, сюда и... Хогана нашего поставим. Пускай он тут воюет. Так, волчару призовем. Подожди, подожди, подожди. Я не помню. А... Эй! Что происходит? Я не могу понять. Почему я не могу? Ну вот, вроде бы все работает. И волк работает. А че же вы... Ерундой занимайтесь. Типа, я не могу здесь ничего сделать. Так, лучницу, мне кажется, все-таки надо вот здесь вот ставить. На прикрытии. Оу, друзья мои. Летающие юниты. Блин, вот все-таки я так и знал, что будут ребята. Поэтому лучники здесь нам очень хорошо зайдут. Лучнички, да, самое то. Так, волка. Пускай он помогает. И свинюху с собой подбросим. Так, прокачиваем. Так, лукарь, ты достанешь? Тут у нас, слава богу, свой еще лучник есть, который нам будет помогать. Угу. Сколько здесь? Здесь будет 7 волн у нас. Так, я не понял. Этот что, самый умный у нас тут? Да? Я думаю, чего не хватает-то? Ё-моё, тут не хватает нам рыцарей. Конечно же, друзья, рыцари нам нужны, чтобы сдерживали. Опс, тихо. Показалось, да? Или не показалось? Кто-то, по-моему, здесь бежал у нас. Так, вешаем щиты. Как эти каркуши могут пролетать здесь? Объясни-ка мне. Так, тут тоже прокачаем дальность стрельбы. Из рыцарей пока все целые. Так, здесь, значит, мечники у нас с тобой стоят. И здесь нужно тоже их поставить. Чтобы вот эти вот дорожки просто были прикрыты у нас. Так, ну что ты, каркуша, летишь-то? Все, друзья мои.
Так, паутинки тут, надеюсь, не двигаются, нет? Ну что, вызываем с собой следующую волну. Королева слизней ползет, а? Ух, ёпрсоте. Ну-ка, свинюху. Вот свинья замечательная, ребята, она глушит врагов. Пускай на короткий промежуток времени, но все равно полезно. Так, мага. Здесь не хватает, да, чуть-чуть. Кстати, вот этих вот рыцарей-то нужно прокачать нам. Блин, да хорош. Ты посмотри, сколько тут троллей идет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что у нас такое есть хорошее? Давай бомбочку, наверное. Так, бомбочка. Бомбочка, это, конечно, хорошо, но недостаточно. Заморозка. А вот это уже будет получше. Волчара. Ой-ой-ой, смотри, смотри, что происходит, ребята. Но этого одного орка мы с тобой убьем. Слизнюха ползет. Ну-ка, оглушили. Так, давай ракеты прокачивать. Ракетки, ракетки, ракетки. Так, лучники, конечно же, мечники наши тут должны быть на коне. Так, ты посмотри, что происходит. Идет гаденыш. Так, сделаем с тобой защиту. Где мой Хагард? Иди сюда. Бросай в него топор. У этого голодранца. Есть, молодец, красавчик. У него слабенькое удержание, да, ребята? Нас предупреждали, слабое удержание. Но я плевал на это все. Зато у него атака мощная, да? Так, тихо-тихо, паучье. Успокойся. Блин, тут за всем ты не успеешь, ребята, если честно, проконтролировать. У нас ускорение. Я думал, что у нас ускорение стоит. Нет, ничего подобного нету. Так, дай-ка я вот этих вот, наверное, прокачаю все-таки маленечко. Раз, два, три. Так, опять летающие, что ли? Опять летает. Да, тут каркуши. Так, а ты что стоишь-то? Ты... Нет, смотри, стоит и любуется, а? Бросай свою свинюху. Что-то не хочет он ее бросать. Почему ты ее не бросаешь? Вот, теперь бросил, понял. Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, а где моя лучница-то? Иди сюда. Ты смотри, что творят. Ты смотри, что творят. Так, молодец, красавец. Вот здесь надо еще лучника поставить. Ну, нормуль, тут справляемся. Эй! Давай, иди сюда. Блин. Вот не ровен час пролетят когда-нибудь тут эти слизни. Так, я убил разбойника, даже сам того не видя, где и когда. Ну, лучников надо побольше влеплять. Ты видел, что они делают, а? Пролетать тут собирались мимо меня. Так, ну что, вызываем следующую волну. Слушай, а я, оказывается, уже все эти застроил, прикинь? Все ячейки. Давай, иди сюда. Так, поставим защиту. Бросим с тобой. Куда этот слизень побежал? Псих. Смотри, бежит, бежит, сломя голову. Ага, не тут-то было, да? Трындец какой-то происходит. Просто посмотри, что происходит. Со всех сторон. Куда ни попадя, кому не лень. Так. Опа. А у меня заморозочки больше нету. У меня заморозочки больше нету. Иди быстрее. Рыцари, родные мои. До последнего держитесь. Волк, помогай. Так, тут ладно, тут справимся хоть как-нибудь. Ну, давай. Бросай свою свинюху. Есть контакт. Так, а тут-то, ёп, просто это, тут-то что творится, смотри. Я не знаю. Жестко, друзья мои, очень жестко. Не веришь, посмотри сам, что тут происходит.
Так, защита, конечно же, защита и атака. И тут на атаку, ребят, прокачиваем. Так, никто, слава богу, пока не прошел мимо нас. Фу, големчик, ты красавчик. Друзья мои, следующая, последняя волна. Она будет еще хуже, чем та, что была. Угу. Так, волк, выходи. Надо защиту, наверное, поставить нам на всех. Так, где у меня... Вот, непрокачанные ракеты. Слушай, я думаю, чего нам не хватает? Нам не хватает массовой атаки. Вот эта, которая со всех сторон бомбит. Точно, она стоит 300 золотых. Да-да-да, именно ее нам и не хватает. Сейчас попробуем накопить и ее прокачать. Кто-то погиб, да? Да, ты посмотри, что тут творится. Просто лютость. Фигею. Так, мы можем хильнуться. Но нам этого не надо. Зачем нам хил сейчас в данный момент? Вот что нам нужно, ребята. Вот это нам нужно. Так, лучники, прокачивайтесь, родные мои, до конца, пожалуйста. Так, атака. Оглушаем. Оглушаем, вызываем волка здесь на помощь. Так, тут пока вроде бы под контролем все, да? Давай защиту поставим. Трындец, конечно, тут происходит. Просто трындец, смотри. Так, наверху справляются. Так, лучники. На прокачку. Да ладно. Ё-парсеты, друзья мои, мы прошли с вами. На 3 звезды. 36 гемов. Так, и бонус мы, наверное, глянем. Так, еще 2 заморозки в плюсе. Слушай, ну это прикольно. Так, друзья мои, а вот когда же, я думал, сейчас будет последний бой у нас. Ну, видимо, нет. Давай смотреть, что сейчас будет. Ага, вот он, скорее всего. Ох, друзья мои, вот это уже будет последний. Так, смотри, а что это такое вот, вот это вот? Слушай, я не знаю, какие-то... Капли огненные, а что за огненные капли? Где-то можно глянуть. В магазине, да, наверное, усилители. А, это Армагеддон. Так, пролей метеоритный шторм на все поле битвы. Ага. Вот оно что. Так, это у нас метеор. Это голема я могу призвать, так. Зелье огня. Слушай, а метеор у меня был или нет? По-моему, не было. Или был? Слушай, смотри-ка, тут можно за... Клинок огненного сердца. А, это, видимо, скины, да? Скины, да, довольно прикольные выглядят. Но... Ой. Да, мне нравится. Так, а интересно, а на моего вот этого вот... Есть скин? Что-то не понял. На чувачка, который у меня... Герой-то где? Скин на него. Так, это Масамуна, я больше уверен. Да ладно, вы хотите сказать, что на него нету? На него нет скина? Я вижу на лучника, на голема. Может быть, вот это вот чемпион... Нет, это чемпион Масамуна. Это чемпион Ланселот. Я вижу кони, Смолдера вижу. Гелиус. А кто такой Гелиус, ребята? Чемпион Сет. Чемпион Ян. Это что-то вообще, ребята, из ряда вон выходящее. Ну-ка. А улучшиться я тоже не могу, да? Улучшения нету? 5 звездочек всего лишь. А мне одной звезды не хватает, да, для того, чтобы прокачать. Ай-яй-яй. Ну что, друзья мои, идем с вами на 20-ю миссию. Так, слушай, я ведь могу его... Тихо, родной мой. Я ведь могу его прокачать, да? У меня с тобой сколько эликсира? 86. Это говорит о том, что я могу его прокачать. Опачки, он получает 3-й уровень.
Ну, до четвертого не хватает. Ну что, друзья мои, погнали тогда. Запуск. И сейчас будет весело, я чувствую. Угу. Опять же, это не последний уровень, ребята. Нифига себе. Так, отсюда будут враги идти. Вот здесь у нас с вами три дорожки, которые мы должны защищать. Три дорожки на этот раз. Ладно. Ломбарда, как всегда, на первом месте. Дальше-то что? Вот здесь вот по краям лучше всего, мне кажется, вызывать мечников. Просто, чтобы они стояли и сдерживали. Здесь, наверное, нам... Фиг его знает. Тут еще наверняка будут летающие. 100% тебе говорю. Ой, зачем? Не-не-не, не надо. Убираем. Пускай будут лучники здесь. Ну, пока вот так вот сделаем. Дальше, ребят, будет видно, кого и куда нам с тобой выставлять. Пока идут слизни. Немножечко ускоримся, потому что это первая волна. Их здесь 8 будет. Так, ладно. Эй-эй-эй-эй-эй, мечники. Да не может этого быть. Так, тихо, надо замедляться, это не дело, ребята. Это не дело, потому что они тут уже пробегают. Как ни странно. Так, сюда придется еще, наверное, одну бомбарду вставлять. Я тебе скажу. Так, тут пауки, блин, скоростные. Так, свинья, это, конечно, хорошо. Она может замедлить, уничтожить даже всех. Вот эту бомбарду нужно прокачать нам в первую очередь, чтобы она наносила круговой урон, ребят. Так. И вот здесь бомбарду тоже нужно будет поставить. Хорошо, что есть у нас с тобой защита Ланцелота. Она нам здесь очень хорошо помогает. Ой-ой-ой. Так, пойдут скелеты. Друзья мои, идут скелеты на нас. Там слизни, тут скелеты. Ладно. Бомбарду я все равно буду прокачивать, друзья мои. Это необходимость номер один. Ёпрсотэ, смотри, что делает, а? У нас еще тут с тобой... Ну-ка. Так, тихо. Лучница, иди сюда. Блин, жестко. Видишь, проходит. Блин, этого нельзя допускать. Этого допускать нельзя. Так, что там у нас дальше? Еще пойдут, да, вражины? Королева слизней. Мне кажется, одного надо вот здесь вот ставить. Прям вот в самом-самом начале. Так, что это? Я не могу свинью бросить. С какого перепуга-то? О, отлично. Так, и защиту ставим сразу же с тобой. Лучники. Подожди, какие, блин, лучники? Мне не лучники сейчас нужны были. Мне нужно вот здесь вот прокачать. Видишь, диапазон поражения. 300 энергии нужно. Мечников в то же время нужно прокачать. Так, ну здесь-то, я думаю, справимся, да? Окей. Блин, этот парень уже отдыхает у нас. Этот парень уже на боковой, как ты видишь. Стоп. Эй. Блин. Приходится вот так вот делать, ребят. Сам в шоке, если честно. Окей. Так, бомбардочка, давай прокачаем. Так, и вот здесь тоже нужно прокачать. Фью. Так, вороны. И здесь вороны. Ё-моё, а у меня не подготовлено все для встречи к ним. Лучники не прокачаны, потому что. Так, давай сюда, иди сюда. Будешь прикрывать.
Так, 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 соточку, да, стоит? Ну, вот здесь вот лучники хотя бы хоть как-то прокачаны, хоть чуть-чуть. А здесь же вообще все плохо. Ой, как плохо. Ё-моё. Сказать плохо — это практически ничего не сказать, да? Так, сможем здесь отбиться? Я надеюсь, сможем. Угу. Пока неплохо, друзья мои, пока неплохо. Все, видите, под контролем. Если что, придется использовать заморозку. Это уже на крайний случай. Ну куда ты вот летишь, а? Вот каркуша, а? Да-да-да, пришлось так делать, друзья мои. Но это еще не все, это еще далеко не все. Так. Ну. Че, опять заморозку? А я не смогу. Да блин. Один прошел, говнюк, а? Точнее, пролетел. Один пролетел, ребята. Мага у меня нету. Я думаю, чего не хватает? Магов нету. Оу, кабаны. Кабаны, друзья мои. Так, вот этого надо нам защитить каким-то образом. Ё-моё, там огонь. По нему лучники бомбят. Что там только не происходит? Так, сможем ли мы здесь... Где он? Так ты будешь бежать или нет? Чё ты стоишь там, дурель? Чего он стоит-то, я не понимаю. Я не понимаю, что он стоит там. По идее, должен убежать, а он стоит. Ты что, дуралей, что ли? Я не могу понять, а? Зашуганный в корень. Чувак, ладно, вроде пошел. Вроде побежал. Так. Но все равно обидно, ребята, что у нас, получается, не на 3 звездочки будет этот уровень пройден. Не на 3. Что сюда поставить? Абракадабру эту, что ли? Ну, пускай будет абракадабра. Так, вызываем следующую волну. Есть у нас еще с тобой запасные ячейки, где можно поставить башенки, да? Мы будем, наверное, с тобой сейчас это все использовать. А тебе и бум, бэйби. Телепорт. А что ты здесь-то стоишь-то? Какого перепуга ты там встал-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мечники, готовьтесь. Давай вот сюда, наверное, свинью бросим. Замечательно. Так, волчара прикрой. Защиту ставим. Так, тут телепорт. Тут у нас стрелы. Так, давай-ка вот это вот 200, да, нужно? Ребят, последняя волна. Опа, это что такое? В плане, это босс? Ё-моё. В плане, ты что здесь делаешь? Это ледяная королева Эфриджит. И я должен... Чего он там должен призвать больше чего-то, да? Она за нас или... Или за него? Я не понял юмора. Эй! Так, ребят. Голем, давай, родной, блин, бомби, я не знаю. Что делать-то? Я ж потерял дар речи, ребят. Неужели пройдут? А ты посмотри, скорость какая. Где Ланселот у меня? Ланселот вон там, в принципе, он дрался. Дрался достойно. Так, ты бы шел бы вот сюда бы помогать, а? У кого там сколько здоровья? Я не вижу, ребята. Вот что нужно нам с тобой. Бомбарду, конечно же. И еще один герой погиб. Ё-моё. Ребята, дело дрянь.
Блин, дело вообще дрянь. Ё-моё. Так. Ланселот, иди сюда. Надо всем сосредоточиться возле босса. У меня нету ни заморозки, ничего. Трындец, как они гибнут, а? Всех, что ли, погиб... Всех уничтожили, прикинь? Блин, мне такое ощущение, что я не смогу, ребята, уничтожить этого босса. Ну, есть. Фух. Тебе не одолеть меня, я король заряд. Хватит болтать, король слизней холодного дня. Что? Оу. Слушай, ну босс, блин. 3 звезды. Есть, аллилуйя, ребята. 40 гемов и бонус. Так, и мы получаем с тобой 2 эликсира, да? На голема. Окей. Слушай, а когда же получается у нас здесь будет последний бой, а? Вот именно на этой локации. Я не знаю. Я думал, это будет. Так, смотри-ка, мы с тобой нашли еще один ключ. А вы завершили все миссии в этом мире. Время отправляться в следующий. То есть, вот этот? Или подожди. А, подожди-ка, чего не хватает? Так, пройди все уровни. Поздравляем, новый мир разблокирован. Слушай, ну это найс. А что у нас в новом мире? Целый новый мир. Так, 96 гемов. Угу. Так, погоди секунду. Я кое-что хочу глянуть. Я вот в этом мире... Слушай, а как же мне тогда найти вот эти вот ключи, которые мне все время втирали, да? Нужен ключ, так, улучшение тут еще как раз. Так, а что мне получается? Улучшить могу только лишь 2 варианта, да? Мечников? Либо лучников? Наверное, мечников все-таки. Вот так вот. Угу. А вот это что тогда было? Помнишь, мы с тобой смотрели заставку? Это к чему относилось? Странно, пока непонятно. Ладно, друзья мои, давайте-ка глянем, что у нас все-таки вот здесь вот. Что это за мир новый? Хотелось бы глянуть, что здесь за монстр. Наверное, новенькие какие-то будут. Турнир какой-то у нас. Ой, сезон 13 начался. ГМ зарабатывает наибольшее количество турнирных монет в течение сезона. Обязательно используйте заработанные монеты для покупки скинов в турнире. А как? Бронзовая лига. Турнирный магазин. Так, закончить уровень 39, чтобы разблокировать. Это темный рыцарь. Ого. Так, закончите 39 уровень, чтобы разблокировать. Это Вангвард. То есть 39 уровень заканчиваем, у нас появляется 2 новых персонажа. Лучник и темный рыцарь. Похоже на Ланселота. Может быть, это скин все-таки просто? Мне кажется, это просто скин. Ну ладно. Пускай будет. Ну что, ребята, 21 миссия. Давайте посмотрим. Так, режим кампании. А вот это вот почему-то закрыт. Усилители. Так, 0-1. Это я беру с собой? Нет, это я, по-моему, выкладываю, да? Или беру? Нет, это я, ребята, беру. А вот это тогда убираем. Берем вот это вот. Ну и пока все, да? Получается, больше ничего нету, ребята, у меня. Поехали. Хочется просто глянуть, что это за
миссия. Болтон отлично контузит большие группы врагов. Теперь доступны башни второго мира. Ёлки-палки, я же тебе говорил, что здесь будет что-то эдакое. Что-то эдакое. Вот мы с тобой и добрались. Башни второго... Ой. Так, ну это у нас что? Блин, хотел почитать, почитал называется. Короче, это какие-то топорометатели, скорее всего. Вот это что? Фиг её знает, какой-то динозаврик стоит. Башня Торы, что ли? И вот это остается, да? Ага, это викинги у нас. Так, ну... Че, ребят, надо смотреть, что это за... С гоблинами мы деремся. Так, тихо, подожди. Этот гоблин враждебно настроен, вооружен копьем. Это я понял. Вот это что такое? Викинги метают топоры, особенно метко. Быстрая атака поражает врага на земле и в воздухе. Улучшение позволяет топорометателям вызывать смертельные тотемы топоров и кричать, повышая скорость атаки союзных башен. Вот оно как. А про эту я... Почему-то не дают почитать мне. Ладно, смотрим, ребята. Ланселот, а ты что там встал-то? Где-то позади всех. Нет, иди сюда, в гущу событий. Точно, ребята, это типа башня Тора, она бомбит молниями. Окей. Все, хочется... Ох ты. А этот у нас типа бомбарды. Дракон бросается огненными ядрами. Да и стоит недешево по прокачке. Так, а ты что стоишь-то сзади тоже? Иди вперед. Ну-ка, варвары у нас... А, красненькие бойцы. То есть это доспехи у них, да, прокачиваются, и это атака. Так, Ланселот, ты видишь, что там творят? Пройдохи, они в тебя стреляют. Так, ну что, справимся? Справимся. Так, делаем прокачку. Воу, нифига, прикольно смотрится этот варвар. С золотыми топорами. Так, что это у нас? Эти гоблины метко стреляют. Не дайте им собираться в группы, а вместе они могут одолеть даже самого хорошо защищенного воина. Поражает противника стрелами, это я понял. Только что вылупившийся дракон готов сжечь ваших врагов. Так, мощная атака по площади. Хороша против полчищ наземных врагов. Улучшение позволяет вызывать полезных детенышей дракона, а также устрашать противника. Слушай, неплохо. Они так и жаждут крови, что взрываются в битву. Они так жаждут крови, что спешиваются. Они так жаждут крови, что врываются в битву верхом на волках и вцепляются мертвой хваткой в первое, что попадется им на пути. Быстрый спешивается для боя. О, понял, что он делает? Спешивается для боя. Так. Ух ты. Так, нам нужно, наверное, еще прокачать дракончика, да, я думаю? До фулочки. Так, наверное, все-таки надо нам сюда лучника поставить. А этих вот немножко позади пускай стоят. Так, нет, подожди, родная, давай-ка мы с тобой сделаем... О, на волке бежит, прикинь. А ну-ка. Так, дракона я хотел прокачать. О, уже солиденький такой дракончик. Вызываем следующую волну. Так, и башню Тора хотелось бы тоже посмотреть, что она из себя представляет. Ой, как так-то? О, разбойник там появился, понимаешь ли. Из-под тишка. Так, что это такое? Устрашение. Дракон издает оглушительный рев, который вселяет страх. Выводок детеныша дракона поражает противника огнем. Вот это, да? А, вот оно как. Слушай, прикольно. Надо еще посмотреть, что делает башня Тора. Нет, ну я вижу, что она молнией стреляется. Но хотелось бы как бы расширенно глянуть. Так, волк, иди сюда. Тут, наверное, можно ускориться, да? Так, еще гоблины. Последняя волна. А, тут их всего 4. Лови. Свинюшка делает свое дело. Причем еще возвращается обратно. Так, защита. Так, Тора я, по ходу дела, наверное, не посмотрю башню, да? По фулочке. Или посмотрим.
Окей. Вау. Вот такая вот, ребята, башня. Да, бьет электричеством. Прикинь, как они быстро уничтожают. Офигеть. Они очень быстро уничтожают моих этих солдат, воинов моих. Так, что там такое место? Даже не успел прочитать, блин. Ага, две лечилочки мы с тобой заработали. Есть контакт. Четвертый уровень у нас получает. Барбариан, или как его назвать, даже не знаю. Деревенщина со свиньей. Ну да, в принципе, почему бы нет. Деревенщина со свиньей. О, мы еще нашли с тобой один ключ для пробуждения Конни. Турнир разблокирован. Начните доказывать свои навыки, поднимаясь вверх по турнирной лестнице. Обеспечьте себе место в таблице лидеров, чтобы показать свои любимые скины и уникальные командные стратегии. Вот бесплатная обложка для старта. Темный рыцарь. То есть доступно, да, у нас с тобой стало? Отлично. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой сходим. Слушай-ка, подожди, а вот эти вот башни только здесь доступны, да, в этом мире, а в том, в первом их нету. Получается так, да? Слушай, а вот эта вот энергия куда нужна? Не знаю. Ну чё, поехали дальше? Телепортируйте Масамуна туда, где он больше всего нужен. Ох, тут уже башни стоят. Убейте разбойника и защититесь любой ценой. Тут летающие еще будут. Но если летающие, то лучше вот так, наверное, поменять. Так, две дорожки вот эти вот должны защищать. Дракончик. Блин, ой, новый, да ладно, новый. Это старый, летающий ворон. Мы про них уже читали. Чего ж тут в них нового-то? Так, а вот эти вот у нас идут как стрелки, да? Как лучники. Ну и хорошо, что они могут наземные цели бомбить. В этом большой плюс есть. Давай поставим сюда, наверное, башню Тора. Я ее хочу прокачать, все-таки глянуть, что она умеет делать. Так, сколько там нужно? 175 энергии. Ух ты! Она бьет воздушные цели. Это уже радует. Так, что у нас тут есть? Блин, я хотел прочитать. Так, молния поражает самого дальнего противника. Призывает холодный ветер, который замедляет передвижение. Слушай, ну прикольно. Вот эти башни прикольные. Чего ж тут греха таить? То есть мы можем замедлять врагов. Ага, ага. Бежит пройдоха. На тебе. В плане. Что это за фокусы такие? Один топор. И он готов. Такая статуя Тора. Что там бубнит. Так, можно, наверное, ускориться здесь, да? Я ничего тут сложного пока не вижу. Угу. Все довольно легко и просто пока. А сколько тут? Три дракончика или это просто один, но он будет как бы сильный? Ну-ка. А, три дракончика я могу призывать, прикинь. Три дракончика. Вот таким вот образом. Чего бы нам тут еще с тобой? Так, тихо. А, не хватает викингов, конечно же. Конечно же, нужны нам викинги здесь. Вот они. Так, это полностью прокачано, полностью. Здесь чуть-чуть осталось. Что здесь викинги, что вот здесь тут. Ой! Блин, ну ладно. Вот здесь надо тоже ставить. Эй! Брат, фига расколбасили, прикинь. А, ты уже ожил. Странно. Так, ладно, прокачиваем полностью здесь. И начинаем наших викингов улучшать. Так, ну тут летающие. Слушай, а вот здесь, наверное, еще одну башню Тора. И будет самое то.
замедляет. То есть ух ты! Ты видел? Это кто делал? Это наш... Смотри, руны с топорами. Нифига себе. Слушай, это прикольно смотрится. Так, давай, наверное, молнии прокачивать. Замечательно. Так, следующая волна. Последняя на этот раз. Так, Ланселот, подожди, не надо дергаться. Интересно, а как на турнир-то попасть? И там с кем нужно драться? Или как там вообще все это дело происходит? Чем дольше выживешь, как всегда, да? Наверное, так, так, смотри. Опа, дракончики там наяривают. Так, а она же еще, по-моему, замедляет, да? А, вселяет страх. Она вселяет страх. Дракониха это. Такие крутые. Оу. А, это мой волк. Я думал, кто-то там уже пролетает. Ворон, типа, нет. Все хорошо. Все очень даже хорошо. 200. Так, ну что, мы с тобой защитились и, как видишь, убили всех. И 3 звездочки. Плюс наградушка. Блин, всего лишь 2 гема. Угу. 2 взрывчатки мы с тобой нашли. Так, этот парень скоро их догонит, я чувствую, да? Скорее всего, так оно и будет. Скоро, по-моему, будет босяра. Тут получается как? Через каждые 10 уровней босс. Ведь так? Вознаграждение. Так, негде спрятаться. Убейте 10 бандитов. Ух ты. 60 звезд получил. Что это у нас такое? Собирайте предметы в бесконечной битве и создавайте заклинания. Так. Оу, а тут вот так идет. Тут отдельная, ребята, прокачка оказывается. Ха. Тут отдельная прокачка идет. Тот мир и этот, они совсем разные. Идут отдельно. То есть тут я могу создавать заклинания, оказывается. И что для этого, вот, например, требуется, я не пойму. Что это я сделал? Так, подожди. Я выковал билет. Или что? Смотрите. Так, завершите создание предмета с помощью 180 кристаллов. Или ждать время, да? 6 часов. Я думаю, я не обломаюсь, подожду. Времени 6 часов. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда мы на этой ноточке будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.